работе. Зал оформления документов для получения прибывших в порт машин. Тут кондиционеры работают, на улице жарко, прохладно здесь. Все цивильно сделано. Ну вот, наконец-то машину подогнали. Черный минивэн. Можно будет забирать. Это стоянка, куда приводят машины для получения. А тут люди в ожидании сидят. Ждем. Да. Все ждут, да? Привезут машину, позовут. Контейнеры выгружены из корабля. Это очень культурная площадка. И море вот в двух шагах, буквально в двух шагах море. Вот, погрузчик машину подцепил. А, она вообще удар имеет. Своим ходом никуда не поедет. Кантует. Он прямо по курсу, какое количество контейнеров стоит. Прямо возле терминала это все происходит. Это шлагбаум, из которого выпускают уже автомобили. Последняя проверка.